Всем приветик! Мне пришла посылочка. Эйвон. Так, сразу у нас прайс-лист. Поздравляют меня с днем рождения. Как обычно, просто листочком. Нет, чтобы подарочек какой-то положить. Нет, написали, да и все. Так, у нас здесь мыло для интимной зоны. Освежающее с витамином Е. Так, затем гель для душа. Что это у нас? Смородина и малина, по-моему. Вот такой вот большой бутыль 720 миллилитров. Тот же самый фрукт. Так, затем шампунь. 400 миллилитров. Вот такой вот гель для душа. 720 миллилитров. Вот такой гель для душа. Абрикос и грейпфрут. Духи. Лимонные для девочек. Так, это с индийским экстрактом корня. Так, что это у нас? Маска какая-то. Вот такая вот баночка. Мужские духи. Full speed. Вот такие вот духи женские. Так, еще одна у нас шампунь. Такая же. Затем для умывания мицеллярный гель. Потом спрей для тела. Инкаденс. Вот такой. Сколько у нас здесь? 100 миллилитров бутылочка. Губная помада. Вот такая вот. Брасматик. Это у нас, наверное, карандаш. Сейчас посмотрим. Вот такой вот цветом коричневый. Это для бров, для бровей. Карандашик. Так, это что? Это, наверное, пробник духов. Да. Вот такие вот духи. Десять миллилитров в этой баночке. Черное платье, спрей для тела, тоже 100 миллилитров. Вот такие вот духи. Лумината. Не знаю, неправильно больше всего, что прочитала. Но я не сильно
в английском языке. Вот такая вот гигиеническая помада. И еще один брасматик такой. Пятнадцатый каталог. Дальше идет. И буклетики. Всякие акции. Ну, вот такие вот духи 25 миллилитров по 200 гривен. И в основном по этих каталогах ничего нету. Так что вот такой вот заказик у меня приехал. Сейчас распакую все по пакетикам. И завтра они поедут к своим хозяюшкам. Вот такие вот дела. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.